Такое аншлаг явление объяснимое. Сегодня у них самый счастливый и долгожданный день. Ключи от квартир получают сразу 425 семей. Это долгожданный момент. Мы с 7 часов утра уже ждем ключи. Такой ажиотаж здесь. Семья Валиуллиных свои ключи получила одной из первых. Причем привыкать будут не только к квартире, но и стране. Глава семейства – настоящий китайский татарин. Поднебесный прожил почти 25 лет. Вернувшись в Россию, первое время пришлось лечиться в общежитии. Большая, самое главное, особенно для детей. У них будет своя комната. Да, и шаговой доступности детский садик, школа в скором времени откроется. Так что для нас все удобство есть. А еще магазины, маршрутный автобус и полицейский участок. С каждым месяцем Салават Купере все больше напоминает современный город. Прелести микрорайона оценили и самые маленькие его жители. И горка есть, и еще ступеньки есть, и еще ступеньки, которые... металлные, которые двигаются. Сегодня сдан уже 19-й дом первой очереди Салавата Купере. И чтобы ее завершить, осталось заселить еще 3 дома. Прямо сейчас они как раз находятся за моей спиной. И если верить словам чиновников, то люди сюда смогут заехать уже в конце марта. В активной стадии строительства 7-8 микрорайона это вторая очередь Салават Купере на порядка на 3000 квартир. Заселение второй очереди Салават Купере запланировано на конец этого года. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.